Возьми! Что за говно? Что? Что происходит? Фу. Из машины выходим. Ладно, сейчас, секундочку. Я тут маленько опешил, конечно, от кое-чего. Ой, сейчас радио выключу. И от чего же вы опешили? Ну, знаете, такое чувство, как будто я только что был под диким... приходом, а теперь меня резко отпустило, и тут вы такие, и... Что употребляли? Да я ничего не употреблял, вот. Я вроде... Разрешите посмотреть на ваши документы? На документы, ради бога... сейчас, секундочку. Блин, у меня такое чувство, ты меня... во рту... как... фу, блин. Ты кровь, что ли? Не знаю. Ах, не суть. Я в аварию не попадал, если вы об этом. Держите. Где проживаете, мистер Терри? Смотря когда. Смотря где, во сколько... Вообще, в Сэнди Шорс, да. На автомобиль документы есть? Есть, наверное. На... нету. А как, где? А вот у меня просто бумажек нет с собой. Ага, значит, документов у вас на автомобиль при себе нет. Наверное, есть, а... может быть, я не знаю, сейчас поищу, если вы не против. Сейчас в бардачке. Ну, машина моя. Это прям я вот, как бы, по факту. Наверное, это документы, только там... они очень старые, знаете, прям вот очень старые. Ага. Вы пили кофе? Пролили? Я пролил кофе, может быть, пролил. Вот тут что-то коричневое. Это я обос... в смысле, на документах? Да, там, наверное, и кофе, и дети рисовали на нем, знаете, как бывает. Оставишь без присмотра паспорт, а они там, короче, начирикают такое, что вот и все, потом ходи меняй. Так. У вас есть дети. Мистер Терри, да? Почему имя владельца автомобиля замазано? Можете мне объяснить это как-то? Ну, знаете, дело в том, что эта машина была однажды... разбита, а потом мой брат ее продал, а потом она ходила по рукам, и в конечном итоге я нашел ее на свалке. Я долго ее искал и на брата обижался, вот, а со свалки ее достал, и вот она теперь у меня в моем владении, как бы, вот. Короче, ее выкинули, а я ее забрал, во. А документы, ну, в ней остались. А вот почему там карандашом замазано, если честно, я без понятия. Слушайте, я так смотрю, вы не из полиции, вы прям очень какие-то крутые ребята. Ну, допустим. Да не, просто я к сведению, я просто, ну, стараюсь разговор поддержать. А что здесь, так сказать, происходит? Проверка документов. Проверка документов прямо на дороге, да? Когда люди ездят. Здрасте. Скажем так, для этого есть особые обстоятельства. И хрена себе. Вот, типа, хотелось бы спросить. Вот здрасте. Парковать машину на обочине. Почему вы блокируете движение? Давайте я перепаркую, чтобы мозга не насиловать. Я вот на парковочку справа, ладно, конечно, сейчас заеду. Перепаркуйте наш юнит. Ну вот если просто станьте рядышком, мы тут на около бордюра и все. Какого хера-то вообще, сука, произошло, блять? Ехал, никого не трогал. Так вот, по-другому как-то доказать сможете, что автомобиль именно ваш? По-другому. Да, по-другому. Либо тут, короче, еду такой... это, просто, знаете, это самое, как бы это сказать-то... А, это автомобиль заглушите, будьте... Да, я что-то, секунду. Я просто, у меня поджилки трясутся, я сейчас такое пережил, вы не поверите. Ну ладно, не суть. Но я, понимаете, эта машина моя личная. Я ее еще с отцом собирал лет так 10, 11, 12 назад. Уже потерялся, когда это было-то. Модель Торнадо, Hot Rod, Red Road, если даже так хотите. Вот. Зовут ее Бетти, если вам интересно. Такие пироги. Она действительно пережила очень многое, как вы можете заметить. Мистер Терри, вы не могли бы снять очки, пожалуйста, на секундочку?
Да, конечно, сейчас, секунду. У вас машина вся ржавая, вам бы ее починить, слушайте. Да, она классная! Хотя починить, да, стоило бы, потому что она, ну, в последнее время очень-очень плохо себя ведет на дороге. Что ж, на первый раз предупреждение. Вы лучше извините, что мы вас остановили. Просто, скажем так, такой автомобиль в наших местах вызывает слишком много подозрений. Я... стиль вашего вождения, как бы вам помягче сказать, не говорит о вашей адекватности. Я, если честно, маленько сам сейчас... А можно спросить, что за... о чем речь? Говорит о том, что есть люди, так сказать, очень плохие, у которых точно такие же машины. Да. Такие же прям? Да. Ну, не прям такие же, похожего стиля. Похожего стиля, и они делают всякие плохие вещи. Ой. Прям очень плохие. Не, я хороший. Ну, в смысле, я говна всякого не делаю, мне оно неинтересно. Слушайте. Здесь, господа. А можно спросить, деликатный такой вопрос? А вы сейчас ничего такого не видели странного? Ну, прям вообще странного, помимо меня и вот этой машины. В каком смысле странного? Ну вот, типа, я ехал вот по этой дороге и, собственно, если честно, по-моему, за мной немножко другой человек ехал. Тоже с светодиодными такими машинофарами, блин. Я очень растерян, если честно. Не знаю, мне показалось просто машина без горящих светодиодов. Ну да, я тоже ничего такого не видел. Вы точно сегодня ничего не употребляли? Да надеюсь, что... Это на проверочку проедем. На проверочку ехать лучше не стоит, я чуть не хочу. Давайте мы с вами отойдем в сторонку. Да, согласен, отойдем. Блин, да что ж такое? А где наш машина? Собака, да что ж... Набрали. Ой, простите меня, пожалуйста, я что-то... В каком смысле что-то необычное увидите? Часто вы что-то необычное видите? Ну, там, знаете, такие... Ну, как бы, знаете, не, без ни с того предметы в воздух взлетают. У вас такого не наблюдается, типа? Под наркотиками? Употребляли что-нибудь? Я? Не, вроде. Знаете, мне, честно, я... Вроде бы не употребляли, да? Да вроде, нет, не то чтобы... Во всяком случае, как здоровый. Я выгляжу... Вроде бы да. Я на вид никаких признаков опьянения наркотического вообще нет. Да. То есть глаза в порядке, реакция в порядке, речь тоже в порядке. Да и он еще жив, как минимум. Знаете, что-то мне так нехорошо. Мне кажется, я это чем-то заболел. Может, вот. Вас в больницу отвезти для обследования? Да я вот тоже об этом подумал. А то, знаете, я в последнее время вот... Да, вот она правильно, кстати. Вот. Блин, у меня что же где-то... О! Ну так будет лучше. Короче говоря, мне кажется, я... пережил крайне очень тяжелый приступ, не знаю чего. И мне кажется, я маленько потерял сознание, потерял управление на дороге и, в общем, вот. Я потрогаю этого логикс, проверю температуру. Потрогайте вы, я как-то не рискну, пожалуй. Лобик, ну прям как мамка в детстве, еще бы это. Ну вот, вроде это. Пожалуйста, температура довольно-таки. Яичница можно сказать. То есть температура повышенная, да, то есть? Ну да, разница есть, повышенная. Ага, то есть все-таки надо вас возить в больницу и проверить, что с ним. Да, было бы, наверное, неплохо, очень мило с вашей стороны, если бы вы меня это самое... куда? Я просто, знаете, я не местный, у меня ориентируюсь плохо по городу. Давайте, могу вас довезти. Тогда сопроводите, пожалуйста. А машину, я так понимаю, могу припарковать здесь и просто оставлю. Надеюсь, все, никто не угонит? Никто не угонит. Никто не угонит. Сопроводите тогда человека, мне нужно. Ну, Бетти, мы с тобой попали, походу. Такого звездеца я вообще на своей памяти не помню. Хотя и всякое происходило, блин. Главное, чтоб замок не это, не отлетел. Не отлетит. Ё-моё. Понимаю. Вот это у вас хорошая акустика. Да. Храни меня, Валькирия, блин. Все, приехали, можете выходить. Слава богу, что могу. Фух. Блин, а я в зомби не превращусь, интересно, нет? Надеюсь, что нет. А то это было бы очень неприятно, знаешь. Тут лифт, не на меня, пожалуйста. Ох, я чуть не обтреводумился, походу, сейчас. Вот мне показалось, там какой-то доктор профессионально разговаривал. Подождем, пока он выйдет. Ну, подождем. Вы свободны? Не-не-не, я его немножко заняла. Ладно. А можно это спросить?
А вы... Да, спрашивайте. Типа, ну, вы-то как, так как вы не полицейские, а чем вы обычно занимаетесь? Так, ну я еще, можно сказать, да, давайте. Я из силовой структуры Америки, ФИБ. У нас есть три подразделения, которые занимаются набором рекрутов, стажеров, теми, кто занимается делами, похожими на полицейские, выездами на вызовы и непосредственное устранение всяких преступников. И есть еще третье подразделение, которое занимается досмотром всяких медицинских учреждений, полицейских, на чекаут. А вот вопросик такой, вам организация ENB о чем-нибудь говорит вообще? Ни капельки, сэр. Да ёпта. Вам? Шизда, а мне, да, тоже ничего не говорит. А этот, сейчас скажу, ЛВЧ, во, что-нибудь тоже говорит вам? Похоже на какую-то болезнь. Блин. Да, согласен, это та еще болезнь. Вроде как я... Что-то не так? Я не знаю, был бы человек, который мог бы объяснить, что со мной не так. Но со мной вроде все так пока что, поэтому все ништяк. А мой брат слышал о человеке, каком-то ученом. Но он какой-то дрях учен, Джон. Лучше я про нее не буду говорить. Здравствуйте, кому тут необходима помощь? Здравствуйте, да мне бы было бы неплохо бы помочь. Я тут себя чувствую отвратительно, можно это как-то вот осмотреть? Ну, пройдемте, я вас посмотрю. Ага. Мне тут прям намекнули, что лучше противогаз одеть, иначе я могу быть заразен, вот. Ага, и... ну хорошо, так, сейчас расскажу. Слушаю вас, ваши жалобы. Знаете, тут такая ситуация была, я был, короче, за рулем, вот, и в какой-то момент я потерял сознание, и меня остановила то ли полиция, то ли вот эти вот ребята с бейджиками. Выяснилось, что у меня температура, я кашляю что-то и очень плохо себя чувствую, короче, такое чувство, как меня то в жар, то в холод кидает, а еще во рту как будто бы, знаете, кровь. Вот. Ну, это, скорее всего, от удара, там, я маленько в аварию попал, хотя не уверен. Хорошо, сэр, скажите, пожалуйста, вы маску надели только после случившегося, до этого ее не носили? Нет, я... Ну как нет, я ее носил, просто когда меня попросили выйти из машины, я ее снял. Вот. Потому что вроде как все. Это, наверное, прозвучит странно, но я последние пару недель ее практически не снимал. А когда снял... Сегодня, когда меня остановили, вот я эти все симптомы и чухнул. Да, это очень странно. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, когда вы последний раз кушали? Ой, наверное, дня 3 назад. Так, это не очень хорошо. В связи с чем такая ситуация возникла? У вас нет аппетита или просто физически не можете поесть? Скорее первое. Но тут еще такой момент. Я родом из Сэнди Шорс, и у нас там еды не так много. Ну, хотя это не оправдание. Ну, короче, да, аппетит. Может быть, вы присядете? Просто мне кажется, что... Вот-вот, мне кажется, потеряете сознание. Да, возможно. Снимите, пожалуйста, одежду, маску только. Ну, нет, знаете, маску надо будет все равно снять. Я посмотрю. Блин, как же все-таки у вас здесь пахнет вкусно. Температуру измеряю. Нет, ну, мне агент ФИП ладошку к колбу приложил, сказал, говорит, температура. Он такой заботливый, знаете, такой добрый прям. Насморк есть или наоборот? Истечение из носа. Да, вроде нету. Вроде только кашель откуда-то взялся ни с того ни с сего. Есть ощущение сдавленности в груди? Или, может быть, что-то мешает? Комок в горле такое есть? Да, есть такое, да, есть, слушайте. Хорошо. Пьете сколько раз в день? В каком количестве, в общем, выходит? Блин, никогда бы не подумал, что на такие вопросы придется отвечать, но около 1.5 литра в день. Во. При общем весе сколько? Блин, а вот это я не знаю, я вообще не шарю, типа... Знаете, у медицинских сотрудников был, наверное, уже очень-очень давно. Что-то бросает меня в последнее время жизнь, вы бы знали как. Так, ну здесь, если что, не болит. И вот там тоже. А вот здесь? И здесь не болит. Хорошо. Так, сэр, скажите, пожалуйста, у вас есть проблемы со стулом? С каким? А, в смысле со стулом? Да вроде нет, в детстве были. Это другая история. А сейчас нет. Никаких расстройств нет. Да нет, вроде... Так, хорошо. Из чего состоит ваш рацион? Кушаете ли вы рыбу или мясо плохо прожаренное, ну, допустим? Последний раз банка с фасолью, крекеры, бутылка воды, плохо очищенная, конечно, но выбора не было особо. Бутылка воды плохо очищенная из реки, подъема, озера, откуда? Да нет, просто, знаете, она как будто раньше была минеральная, потом выдохлась и все. Она пахла. Хорошо, а вообще любите морепродукты?
Да, не знаю, вроде... Это там? Плюс-минус. Хорошо. Так, очень интересно. Давайте температуру измерим. Знаете, вот здесь очень миленько вообще, прям. Знали бы как. Миленько, стараемся. Так, а эту штуковину вы подмышку или в другое место причинное? Надеюсь, подмышку, потому что мне не очень нравится, когда термометры вставляют... Нет, сэр, ректально измеряется только в случае, если подозрение на аппендицит. А, блин, ну я не настолько подозрительный, да. И как давно у вас такой образ жизни, что, ну, например, сегодня можете покушать, а завтра нет? Ой, так, просто это было не всегда и не... Ну, в течение месяца последнего, наверное. Нет, стоп, да, нет, да, не помню. Вы замечали такое, что, допустим, после еды красных продуктов, допустим, помидоров, перцев, такое, у вас наблюдались резкие боли в животе или изжога? Да нет, вроде, ел их давно уже тоже, как бы. Хотя помидорку ел, да, я помню, было, да, маленькую такую, знаете, карликовую. Черри. Черри, во, точно, черри. Но боли не было, верно? Но боли не было, нет, так она... Может, потому что я ее не прожевал, так проглотил. Вы правда так сделали? Ну, я вроде как, да, я еще помню, что чуть не подавился, но потом поднатужился, и она туда как упадет, аж булькнула, все. Ага. Хорошо, булькнул. Для точной постановки диагноза и исключить какие-либо другие заболевания, еще проведем УЗИ-диагностику, хорошо? Да, я не против. Знаете, я вам так скажу, я вполне себе очень аккуратно в последнее время себя вел, чтобы не заразиться всяческими болезнями, знаете? Это очень хорошо. Ну, знаете, сэр, я подозреваю, что это из-за того, что вы давно не ели, и как бы организму нужно все-таки питание. Ну, как там, доктор, нормально все? Или я беремен? Эти шуточки про УЗИ, да. Знаете, сэр, я думаю, лучше бы вы были беременны, потому что 1 000 000 долларов никому не помешал бы. А, вы про Чарли Чаплина? Да, я тоже про него слышал. Да, именно так. Хорош был мужик. Так и что там в итоге-то? Какой-нибудь монстр, наверное, что? Сидит еще, который готов из скотной клетки вырваться. Нет, никакого монстра нет, но, сэр, у вас есть язва желудка, и это не есть хорошо. На данный момент язва обострилась, то есть это вызвано, я думаю, тем, что вы не ели уже слишком давно. Это мне сейчас что получается, идти покушать надо просто вкусно? Ну, это как минимум покушать. Вообще надо лечить сейчас язву. Язва очень тяжело подается лечению. Я сейчас вам выпишу рецепт лечения. Также вам необходимо будет наблюдаться у врача, и если у вас будет ухудшение самочувствия, тоже приходите. Сейчас я проведу вам лечение симптоматическое, то есть поставлю вам жаропонижающие и противовоспалительные. Также введу вам внутривенно, желательно, конечно, это сделать. Растворы для питания клеток, так как вы давно не ели. И, в принципе, все. Сэр, у вас есть, не знаете, наблюдались ли вы у врача по поводу уровня сахара в крови? Нет. Бывает ли он у вас повышенный? Знаете, у нас в Сэнди все очень плохо с медициной, я здесь вообще случайно. Сэр, вам понятен почерк в рецепте? Самое странное, что да. Обычно непонятен, а тут очень понятен. Какие-то вопросы ко мне есть еще? Так, смотрите, я вам вот денежку передал, опять же говорю, там осторожно, там грязь может быть. Не, без сути. То есть мне надо будет гонять к вам 2 раза в день в течение последующих 10, там, 7 дней, да? Нет. Вам надо будет завтра приехать и 30-го, то есть через неделю после завтрашнего дня наблюдаться. Если самочувствие ухудшится, тогда уже явиться немедленно сюда. Мне необходимо вас курировать и... помогает наблюдать на протяжении всей вашей болезни. Окей, я понял. Запомните, пожалуйста, что ваша история болезни номер 39. Понял, принял. Хорошо, спасибо. Отлично. Тогда не смею вас больше задерживать. Да и я вас тоже, да, всего хорошего. Спасибо вам большое, вы крутая. Наконец-то. Мистер Терри. Катать асфальт в рулоны, вас что так много-то? Это все на пару было слов? Больше. Да, пожалуй, можно лучше так, чем никак. Погоди, можно уточнить, мы с вами уже пересекались, да, сегодня или нет? Ну, я, собственно, вас сегодня и задерживал. А, да, ну вот, все отлично, все. Да, вот бейджик вижу. Мой бейджик в кармане. Смотрите, вопрос такой, можно ваш автомобиль поподробнее рассмотреть? Просто мне конструкция показалась весьма знакомой. Фига себе. Ладно, можно, почему бы нет? Я люблю хвастаться. Я могу вас, в принципе, до него подвести, если вам... Ой, вообще класс, удобно. Погнали, я только за. Ну, пойдем. Меня, кстати, это, ну, сколько я сейчас не на службе, меня Юджином звать, не по протоколу, скажем так. Юджин? Ну вот-то, собственно, очень приятно. Вы, случайно, с Удо Терри не знакомы? О, знаком, конечно, ну, как бы...
брат мой, родной. А, я почему-то так и думал. А чё он... Ну, скажем так, у нас есть общие друзья. Здорово! В смысле, вы его прям знаете и лично общались, или как? А общие друзья это как? Я просто маленько не понял Так, я товарищи, кто еще не знаком? Это Отто. Да, здрасте. Отто. Мы тёзки. Здрасте. Мы, скажем так, все тут друзья Уда. А, вон оно как. Блин, здорово. Звучит очень даже. Ё-моё, погоди, Макика, это ты что ли там? Это не я. Отто. А чё у тебя с головой? Так, теперь тут будет путаница, потому что у нас два... Это я. Да Макика какой-то странный ты какой-то, Макика. Я столько Макика уже перевидал в своей жизни, что он постоянно разный. Так. Ну сейчас я Отто довезу до его автомобиля и... Да, сажусь, всё. В кафе пересекаемся тогда, парни. Лучше пристегнись. Ну ладно. О, нифига, ремень безопасности. Так, как давно ими не пользовался? Я даже забыл. У тебя GPS-трекер в автомобиле твоем есть? В моем нет. Ну ты не помнишь, где ты его оставил, естественно. Помню. У меня хорошая память на... А, ну это... Вот тебе GPS, ткни там, куда ехать. Сейчас как ткну своими чистыми пальцами, руки мыл. Во! Так, я так понял, по твоему стилю ты быстрые машины любишь. Да конечно, блин, как же их не любить-то? Тогда держись. Еее, рок! Погнали!